Доброе утро. Доброе утро. Наши с вами цветочки вот такие в этот раз. Ну вот какое настроение, такие цветочки. Водичка. И сегодня можно... Я не знаю, даже я уже от запаха хлеба. Я уже, по-моему, наелась. Это очень, наверное, будет вкусно. Всем хорошего дня и приятного аппетита. Ну, кто завтракает. Вопрос, а как же у вас семья? Что она тоже водой питается? Вот, например, семья будет у меня курочку есть. Здесь кашка гречневая. И салатик огурец. Капуста, еще морковку добавлю. И все. Какой ваш вес? Я иногда буду так вопросы доставать. Ладно, ваши из архива. Какой ваш вес? Это очень популярный вопрос. Норма для вас. А мой вес 54 килограмма. 53 норма для меня. А сейчас даже 56. Ковер на плитке лежит, не скользит. Думаю себе так положить. Ой, ну вот смотрите, он, во-первых, он его, ой, он очень тяжелый, его даже не сдвинуть. И вот у него такая вот основа. Вот такая. Какая стоимость вашего парфюма? Благодарю за вопрос. А, по парфюму стоимость, сколько миллилитров, какие нотки входят в состав и так далее. С удовольствием отвечу на страничке парфюма. Надеюсь на ваше понимание. Там я просто сразу вижу вопрос, а здесь... Добрый день, каким средством удаляете макияж? Прям поднялась специально в ванну, вот он. Вот. Вот, и все. Надо бы, наверное, еще что-то, но только им молочком. Я пришел, и смотрите, что мне подарочек какой принес. Будем распаковочку делать. Внимание. Итак, что же у нас здесь? Хлеб. Вот это я завтра поем. Это очень оказалось вкусно. Да, Лёш? Это просто авокадо. Это соус гуакамоле. Да, вот авокадо без глютена, без холестерина. Очень вкусно с хлебушком. Лёша, наверное, у нас новенькие. Слышишь, я тебя прочитала. Что ты ответишь? Можно спросить, есть миллиард свидетелей, что это делаю я. Это ты делаешь? Точно? Точно я не сама себе дам? А ты бы хотела, чтобы я сама себе дарила? Нет? Нет, поэтому я не дарю сама себе. Ну, кто-то, может быть, покупает, у кого нет мужчины, да? Поэтому я не против, если вы сами себя будете радовать. Но у меня муж покупает.